Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Мистер Преппер. Мы с вами остановились на том, что у нас довольно серьезные проблемы с жратвой. Мы жрем, по сути, остатки еды, которые мы смогли раздобыть путем, по сути, охоты. Ну как, условной охоты с помощью ловушек. Что мы с вами хотели сделать? Нам нужно насобирать 20 ягод для того, чтобы передать их бабуле, в первую очередь. Кстати, что там по ягодам? Ага, эти уже можно собрать. Блях, у нас будет разная периодичность роста, это очень плохо. Это прям паскудно. Сегодня мы попробуем провести ряд экспериментов. Я не знаю, получится у нас это или нет. И сначала надо календарь глянуть, а то я забыл, что у нас там. К нам, по-моему, на следующий день должны уже прийти, да? Да, к нам завтра придут, и завтра не будет электричества. Ой, да, все правильно. В общем, ситуация дерьмо, честно вам скажу. Честно вам скажу, ситуация дермышко. Слава богу, вода хотя бы по чуть-чуть появляется, и то уже на этом слава богу, как говорится. Так, оставляем эту каку, смотрим, что мы по заданиям не сделали. 20 плодов гуараны мы насобираем чуть позже. Рычаг, металл, пластик на третьем уровне. Сколько у нас денег? Деньги, деньги, дребеди, деньги. Три ловушки надо пойти поставить, да-да-да-да-да. Где мои деньги? 116. По-моему, нам этого не хватит. Что-то мне подсказывает, что нам это... Ой, как не хватит, ой, как не хватит, да? Строим комнаты быстрее. От еды максимальную пользу. Вот эта книжка нам нужна. Вот эта книженция нам нужна, и мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас придется двигаться тогда к ловушкам, в любом случае. Мы можем сделать полки, чтобы получить хоть какую-то копеечку. Продать ягоды нам смысла нет. А я и не высаживал ничего, ни кукурузу, ни этот. А нам некуда кукурузу высаживать. Технически. Так, иди сюда быстренько. Надо бы действительно, мне говорили, что если контейнер переместить вниз, то мы все равно будем получать... как он называется? Вода все равно будет перекочевывать туда, куда нам надо. Я на это очень сильно рассчитываю в будущем. Так, забери, 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 забери. А, тут нет воды больше, да? Понял, все было израсходовано. Там поливать остальные будем, нет? Да по-хорошему надо, но пока хер с ним. Так, заливай и погнали в лес. По-хорошему нам нужно сейчас проверить те ловушки, которые были. А помимо них, еще нужно поставить новые. Все очень просто. Так, добрый день. Они, в принципе, я так понимаю, что более неэффективны. В том плане, что даже если мы их зарядим, мы с этого больших плюсов не получим. Так, иди сюда, не выёживайся. Не осилил, да? Понимаю. По сути, мы можем попробовать их заправить, но бляха. Оно того не стоит. Так, быстрая установочка. Быстрая установочка, быстрая установочка. Топовый ресурс потрачен. Что у нас сейчас есть по этому добру? Мы можем, по идее, попробовать атаковать сейчас без книги того волка. Мне кажется, мы его забьем, если мы в бою сможем есть. Вот как-то так я себе это представляю. Если мы в бою сможем есть, будет совсем другой разговор. Так, могу ли я сюда разместить? Отлично, могу. Где у нас переход? Я попробую, если совсем все плохо будет, ну, хрен с ним тогда. Не будем заморачиваться. Побежал, побежал. Беги, давай. А, сейчас еще гуарану может найдем. Конечно, найдем. В смысле, может. Собирай, собирай. Может, мы насобираем и завтра уже бабульки отнесем все 20. Тут волчара ходит? Почему он тут ходит? Волчок, давай без куй за бочок. На, погоди. Это обычный? Да, это обычный. Мя, с него ничего не получил. Неприятно. Если я не ошибаюсь, в прошлый раз того волка мы получили... Выбили, точнее, ему где-то процентов 10 хп, при этом сами потеряли процентов 50. Но мы сейчас проверимся. Так, волчара поз... А, он на 6 уровне вообще, по-моему. Один удар почему-то оглушающий, он не наносит почти урона.
Или полоска ХП гораздо больше, чем мне кажется. Короче, двигать. Может быть, конечно, неприятно, но мы постараемся, чтобы было приятно. Так, 6 уровень. Волчар позорный, ты где вылазь, мать твою, собак сутулая. Днем-то драться тебе будет не так легко, как ночью, да? Вот там рычаг лежит просто. Да-да-да, я знаю, что там песер. А че он не темный? Нормально. Стоп. А че он такой слабый? Я чувствую подвох. Так, две волчары сутулы. Да, мне кажется, что первый удар он какой-то супер слабый идет. А уже потом. Гатит как надо. Так, и сейчас выйдет черный, да? Нет, их сейчас выйдет просто до хера, да? Абсолютно верно. Отошел. Отошел, псина. Кэш. Кэш нахер, бля, сейчас будет очень обидно, если сломается оружие. В смысле, то есть ночью меня атаковал мега страшный волк. Черный. А здесь на меня вышли какие-то шкиты. Абсолютно бесполезные. Ок. Что я могу сказать? Здесь еще ящичек есть. Ящичек, куча хвостов. Это что такое? Простая граната, но и все равно оглушает врагов, ее можно разобрать, чтобы получить рецепт. Соль и камень. Граната из соли и камня. Конечно, мы одну разберем. Забрать. Что я сделал? Конечно, мы одну разберем. Это очень дебильно. Соль и камень. Так, тогда отсюда ливаем. Тут нам больше делать нечего. Не, можно, конечно, сбегать еще раз на третий уровень, еще гуарану поискать, но нет. Пожалуй, я откажусь. Так, мне еще говорили, что я вроде бы могу взять. Сейчас проверим. Забери эту кокулю. Можем ли мы ее разместить здесь? Чтобы я просто в следующий раз про нее случайно не забыл. Бляха, она сюда никак не влезет. Как бы мы этого не хотели. Сюда можем пихнуть. Давай сюда разместим. Там бы надо, наверное, какую-то картину повесить. Чтобы не было все так палевно. Так, хавайся сюда. Давай хвосты, наверное, сразу втюхаем. Или давай мебель сразу сделаем. У нас, правда, энергии не так много, но ладно. Это грядки-херадки, они нам не надо. Полки обычные, где? Полки обычные, дерево у нас есть. Две штуки. Фас. У нас вроде бы ускоренный крафт, но все равно. Долго-долго это все делается. Там еще шкур куча, кстати. У нас. Это очень хорошо. Очень хорошо. Так, здрасте. Забирайте вот это все дело, вот это все дело. 47 бочей. Чик-чин. И заберем наживочку на будущее. Так, мебельные фанаты. Забирай. Тетка, что ты от меня хочешь? Что она мне там рассказывает? Что надо? Вы знали, что в округе чуть ли не самая разнообразная природа во всей стране? Мне, конечно, незачем выезжать из города, но красота неописуемая. Ок. Боже, храни президент. Хер ли она ко мне придалбывается постоянно, я понимаю. Что вы сказали? Что ты от меня хочешь, женщина? Так, стулья, шляпа. Эти мы продали все. По еде. Мы либо сейчас бежим опять в шахты. Либо бежим в шахты. Сейчас надо перепроверить, что у нас... О, у нас же бабки есть. Подождите. Эффективное использование топлива. Эффективный бой. Теперь мне кажется, что эффективная еда куда будет профитнее для нас. 145. Давай. Мы можем себе позволить. Я не знаю, в чем будет выражаться эффективность потребления еды. Ну, если она хотя бы на 10% будет больше давать, уже будет, в принципе, приятно. Так, хорошо. С этим разобрались. Надо не забыть ведра забрать завтра утром. Во сколько нам должны прийти? Потребление воды 0. Прийти он должен 12.07. Окей. Что я могу сказать? Я могу сказать окей. Так, сейчас еще раз перепроверю. Пока там у нас доставочка идет. И воду надо залить. У нас остался один окорок. Один кусок дичи, кстати, нашел. Сушеные ягоды я не проверил. Сейчас глянем. И грибы мы можем сделать супчик. Давай, сейчас проверим. Кто у нас гурман? Ягоды брал, да? Не, сегодня он маналы брать. Он такой, шо? Ягоды, га? Нет, не надо. Так, возвращайся сюда. Оставляй тогда вот эти ягодки. Уже 18 есть. Забирай отсюда водичку. Сейчас польем наше добро.
Съешь энергетик. Это можешь оставить, пока это мы приготовим. Привет, почтальон. Все как и договаривались, спасибо большое. Бамбалейл надо еще разобрать. Почитать книженцию. Еда восстанавливает больше здоровья. Насколько больше? Хер его знает. Просто есть факт. Больше. Так, оставляй по традиции книгу здесь. С этим разобрались. Давайте быстренько польем. Тыц. Тыц. Тыц и тыц. Все, пусть по чуть-чуть растет. Тут нам нужно заправлять. Не помешало бы. Так, тут забирай, что у нас было. 13 железа. Ни хера себе, на секундочку. Стоп, мы же на что-то копили, да? У нас было улучшение верстака, это 30-30. И мы же хотели ракету сделать, да? Сейчас проверим. 50 камня. С ракет. Вот зачем мы ходили в шахты, точно. 20 металла у нас туда-сюда есть. Стекла пока не совсем хватает. Но нам в любом случае нужен камень. И туда, и туда. И чтобы верстак улучшить, и чтобы поставить ракетную шахту. Я так понимаю. Других вариантов я пока не вижу. Успеем ли мы сейчас в шахту? Я думаю, мы лучше еды приготовим. Все очень легко объясняется, потому что... еда нам пригодится завтра как раз. А мы завтра особо никуда не двинемся, да? По-моему, да. Завтра мы до 12 будем сидеть куковать, ждать этого товарища. Завтра всегда есть работка. Так, грибные супы. Сколько? Две штуки можем сделать, да? Или три? А, у меня одна вода осталась. Давайте я сразу посплю. Не будем тратить время. Давай. Так, день завершился, и жопа с энергией будет завтра. Я вот хочу посмотреть, энергия будет, которая нам городская подходит, или наша энергия тоже накроется. Так, blackout. Электричество отключили. Наше тоже отключено. Наше, мать его, тоже отключено. Хотя он продолжает жрать топливняк. Ну, из неприятного, очевидного, да? Есть шанс, что мы потеряем растения. То есть с этим ничего не поделать. А ну-ка, если его выключим. Так, надо что-то перекусить, а то совсем плохо. И включить. Не, он-то начинает работать, но толку от этого абсолютный ноль. К сожалению. Так, где у нас перекуси? Перекусь, давай что-то скушаем. Давай сразу заберем, наверное, ведра. Раз. Два. Все, чтобы я не дергался. А, я же не могу ничего приготовить, правильно? И холодильник, в нем все будет портиться. Как все замечательно получается, слушайте. Мы в полной жопе, по сути. Так, ладно, оставь это пока здесь. Куда ты пошел, мать твою? Так, ягоды хоть какие-то выросли? Скорее всего, нет. Не-а. Но будем надеяться, что все наши растения не сгниют, а то будет неприятно. У нас сейчас 7.40, мы можем... Верстак же у нас работает без энергии, да? Хоть что-то хорошее, серьезно, хоть что-то хорошее. Так, ящики печи, это, конечно, супер. Фитолампы нам не нужны, контейнер нам не нужен. А, погнали ловушки посмотрим, что ли? Не будем же зря время тратить. По-хорошему, надо бы еще в шахту сбегать, но я думаю, это мы уже после обеда сделаем. Так, добрый день, что как? Ей, все поймано. Одна шкура, еще одна шкура. Рога. Быстрая установочка, быстрая установочка, быстрая установочка. Восхитительно замечательно. Так, забери, кстати, ягодки. Нам еще одна нужна, да? Если я не ошибаюсь. А ну-ка сбегай сюда быстренько. Может, мы сейчас к бабке просто сразу сгоняем? Здесь нихера нет, зато и здесь волк. У меня бита очень красная уже. Это не к добру. Кыш отсюда. Кстати, их раньше, по-моему, здесь не было. Откуда они взялись, а загадка. Так, все, 20-ка ягод должна быть. Правда, мы лишимся энергетиков на какой-то промежуток времени. Но это не критично. Так, быстро домой.
Давайте я, наверное, заранее прикрою, вдруг я нечаянно опоздаю. Так, накрою это дельце. Все остальное у нас, в принципе, разрешено. План мы сместили вниз. Его никто трогать не будет. Так, где мои плоды оставшиеся? Так, оставшиеся 18 штучек. Бабуля, жди меня. Но я думаю, за 2 часа мы успеем к бабуле сбегать. Так, бабулес, ты как тут? Жива, здорова? Что там пованивает фиолетовым? Так, давай поболтаем. Ты принес то, что мне нужно было? Конечно, держи. Большое спасибо за фрукты. Кстати, ты просто цветешь и пахнешь. Она мне дала какие-то семки. Серьезно? Ну, по крайней мере, если сравнивать с остальными горожанами, у тебя нет такого чувства, словно они как-то поникли. Я не особо разбираюсь в людях, но да, выглядит они весьма уныло. Не то, что вы с Бобом. Кстати, вы знали, что парни, которые занимаются шахтой, тоже зовут Боб? Да? А почему тебя это веселит? Неважно. Хотел бы попросить тебя еще об одной услуге, на этот раз не связанной с растениями. Я поражен. Ты слышал об авиакатастрофе, которая произошла в лесу пару месяцев назад? Не. Видимо, я отсутствовал. Ты не разбираешься, чем живет город, да? В общем, однажды с неба упал самолет. Было много шума и дыма, но в местных газетах не написали ни слова. Что случилось глубоко-глубоко в лесу? Дорога туда перекрыта врагами и стволами упавших деревьев. Мне бы хотелось, чтобы ты туда наведался. Я думаю, это знакомо, что знакомо с пилотом, но хотел бы убедиться. Может, поищешь способ добраться до места катастрофы. Уверен, ты найдешь там какие-нибудь полезные вещицы и материалы. Звучит любопытно, я попробую. Это где это такое место? Починить канатную дорогу на 4-м лесном уровне. То нам сначала до 4-го уровня добраться. Сначала хотя бы до него. Так, возвращайся домой. Пусть даже таким трудным путем, но у нас идет продвижение, это хорошо. Так, что мы еще можем сварганить? Электричества у нас нет, это не работает. Мы можем сейчас разобрать древесину и продать то, что мы наохотили. Условно говоря. Рога 60 стоит. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Сразу затариваем еще приманочку. А еще у тебя есть? Давай еще 2 штуки. Там просто 2 ловушки стоят, я думаю, они один раз работают. Она дала мне еще 10 семян гуараны. Женщина, я, конечно, уважаю ваше решение, но мне столько не надо. Просто физически. А я ж не могу туда залезть, да? Да ладно, не, слушайте, давайте я лучше уже оставлю, чтобы не было дебильной ситуации. Сейчас дождемся, что у нас еще жрать есть. Кусок мяса, мне кажется, он много даст. Просто дождемся, товарищи, 7 минут. Сейчас, тихо. Я еще раз точные шмотки не снял. Тихо, эч, 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 эч. Рюкзак тоже нахер. Так, можем пускать? Можем пускать, давай. Прошлый раз у нас сколько? 75 было подозрение. 37, отлично. В следующий раз он придет аж 5-2. Фух, пятерочка. Все замечательно. Все просто восхитительно. Главное теперь не накосячить еще один раз, и будет вообще супер. Так, забирай. Так, куча наживки. Давайте я сразу сбегаю в лес, оставлю наживку. Сейчас, одну секунду. Можно быстро вот так. О, отлично. Бить уже опять жопа. Ну ёпарасет, ну как... Как это называется? Сейчас докину просто те 2 штучки. И по-хорошему нам все так же надо идти за камнем. Так, быстрая установка. Я надеюсь, она еще разочек сработает. Все, супер. Починить, что там требуется. 20 металла, 10 пластика, рычаг. Мы можем, по идее, 10 пластика отдать и 20 металла. Да давайте отдадим. Чё нам, собственно? 60, он, по идее, сам откинет лишнее. И рычаг. Это у нас какой 4-й уровень уже будет, да? Долго, долго чиним. Так, канатная дорога починит. Давайте хоть глянем глазком. Так, здесь какие-то выжженные земли просто, я вас понял.
Но пока ничего агрессивного я не вижу. Ну и нечего собирать. Давай быстренько пробежись. Есть кто? Бляха, волчара позорный. Тут удивительно, тут нет никакого лута. Вот это меня больше всего смущает. Так, с этим разобрались, у нас начинают падать показатели. Сейчас 3 часа только. Давайте тогда скушаем мяско. Жахнем энергетик. Чем у нас забит вес? Пока неизвестно. Так, сними накрывашку. Сейчас еще раз проверю. Третья, он придет аж 5-го, я правильно понимаю? Замечательно. Так, спускайся вниз. Давай разберем бревняку. Отличненько. Ведра я сейчас выставлю назад. И одну бомбу разберем. Хера себе, что он так долго разбирается. Окей, главное, что мы получили рецепт. Рецепт гранаты, соль и каменюка. Замечательно. Так, что мы можем здесь оставить? Мы можем, по идее, скинуть сюда как раз гранату. Наживка пусть будет у нас. Ведра я сейчас поставлю. Топливняк мы там, кстати, зальем, скорее всего. Так, иди сюда пока что. Ведрышко, ведрышко верни. Раз. Двась. Пытаемся высасывать из воды просто максимум. С этим разобрались. Так, и по весу у нас все равно шляпа выходит, да? Ну, потому что у нас еда с собой, у меня соль теперь с собой. Это не то, чтобы хорошо. Не то, чтобы хорошо. Семки кукурузы. Тут как, не подохло еще все? Ну, на удивление, все еще живое. Я не знаю, как это работает. Но я думаю, совсем скоро это все погибнет. Давайте я полью все-таки. Может, это спасет. Наши растения хотя бы шушут. Так, два. Где там делитель? Да не здесь. Тебя оставляем. Полей в надежде на то, что оно сможет выжить. И по-хорошему нужно в шахте сейчас надыбать камней. Я сейчас еще проверю, могу ли я разобрать топливо. Очень такой интересующий меня вопросик. Топливо разобрать мы не можем. Может использоваться в генераторе. Это супер. Это супер. Тогда последнее, что я здесь еще проверю. Кто-то продает топливо. Товарищ продает телефоны, ковры. Здесь у нас на... О, май гад. Эпическая приманка, с помощью которой можно поймать очень редкую дичь. Стоит 14. Ну, бляха, дорогого стоит, но проверить вообще можно, кстати. Проверить можно. Так, ты тоже ковры продаешь бесполезные. Контейнеры. Газету, кстати, заберите у меня. У меня их несколько. Так, кукуруза по 7, это все понятно. Гурман. О, у него появились ягоды. Гурман, твою мать, что ты молчал? Где у нас ягоды? Я их что, зря сушил? Зря, что ли, отказывал себе в удовольствии? Сколько он их берет? 3 штуки. Ну, это издевка. Давайте будем честны. Просто издевка. Омлет закупает, огурчики. Ну, на еде можно заработать, но если закупать части, то... Ингредиенты, точнее. От этого сильно большого выхлопа не жди. Я не знаю, нахера я кладу в холодильник, хотя холодильник сейчас не работает. Чисто так, на перспективку. Да и соль тут можно оставить. Успеем ли мы за пару часов? Я думаю, что-то добыть успеем. Я в себя почему-то верю. Так, давай сразу на минус второй. Тум. Надо бы биту заготовленную еще одну держать. Тут все, да? Запускаем еще один раз. На четвертинку. Мне нужно топливо. То есть здесь только топливо канает. Жаль. Так, здесь у нас есть еще грибы. Завтра мы уже сможем готовить. Большая каменюка, которая находится где? Я понял, туда мы не прорвемся. Так, уже половина, уже 10 часов. Давай быстро наверх. Так, здесь есть где хапнуть каменюку? Бам-бим-бум-бим-бум. Вот здесь разве что валяется, и все. Ну, слушайте, даже с камнем все очень плохо. Надо найти источник топлива.
Вот это прям 100%. Короче, возвращай. Никакой вниз, твою мать, на вход идти. Возвращаемся домой, и точно нужно найти источник топлива, потому что тогда мы сможем абсолютно пассивно получать тот же камень и железо. Ёппарес, это что ты меня пугаешь? Так, еще немножко бабла. Мы можем либо еще одну книгу взять, либо все-таки затариться чем-то на перекрафт. Такие варианты у нас есть. Я все-таки хотел бы купить эту мега-приманку. Вообще было бы круто поставить на четвертом уровне. А я, кстати, не заметил, на четвертом уровне вообще есть место под эти... под ловушки. Ну, давайте две штучки возьмем, чтобы чисто экспериментик провести. Небольшой, не супер-дупер, но хоть что-нибудь. Так, здесь мы можем сварганить это дело. Сейчас, по древесине у нас что топовое? Здесь меньше 2 единиц за одну древесину. Здесь почти та же история, просто объем больше. Да по-хорошему надо бы взять. По-хорошему надо бы взять, потому что тогда мы сможем еще накрафтить кучу. Давайте две штучки возьмем. Я накрафчу, опять ударимся чуть-чуть в мебель. Совсем чуть-чуть гэпнемся в нее головой. Так, и надо не забыть сделать себе еще одну биту. Уж, а может произойти дебильная ситуация. Самое удивительное, что крафт биты занимает слишком много времени. Так, еще одна бита есть, да? Все, красавчик. Я не знаю, можем ли мы нож использовать, кстати, как боевой предмет. Серьезно? Бляха, это надо будет проверить. Это реально надо будет проверить. Так, сейчас почтальона заберем. Давай сюда, 2 мегаприманки, 2 ящика. Все, это мы уже разберем на следующий день. Пока что, ребятки, делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное. И, конечно же, нажимать на колокольчик. Мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.